В воскресенье 31 мая на площади у кинотеатра «Арсенал» было весело и шумно. Музыкой, танцами и задорным смехом дети автозаводчан встречали первый день школьных каникул. На праздник приходили семьями, и никто не пожалел о потраченном воскресном дне, который прошел так ярко и интересно даже для самых маленьких гостей. Мы работаем на автозаводе и пришли, объявление увидели. Да, очень хорошо, что проводятся такие мероприятия. Нам очень понравилось, видите, атмосфера очень хорошая. Мы вообще за проведение таких мероприятий. Очень понравилось здесь. Она танцевала, играла, сок дают, сок пьет. Все хорошо. Мы очень рады. Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах, делали зарядку, отгадывали загадки, танцевали со сказочными героями и раскрашивали серый асфальт яркими цветами лета. Так за играми незаметно пролетел час, который подарил детям и их родителям яркие эмоции. Но за этим праздником стояла почти недельная работа членов Совета молодежи автозавода. Подготовка шла без отрыва от производства, но, как рассказал председатель Совета Лариса Загитова, они не жалеют о потраченных силах и времени. И главная оценка их труда – это счастливые лица детей и их родителей. Нам активно помогли в этом наш правком. Наше руководство, которым большое спасибо. Мои ребята из Совета молодежи тоже активно поучаствовали в этом представлении, игровом представлении. Я надеюсь, что мы очень понравились детишкам. Детишки у нас тоже были сегодня очень активные, что нас очень порадовало. Автозавод, как всегда, продолжает всех удивлять, пытается быть самым лучшим. Организовал все Дня защиты детей мероприятия, пригласили всех детей, горожан пригласили, мероприятие проходит, все радостные, множество конкурсов, сладкие призы, работает буфет, компотики, пироженки, все делаем для детей. Мероприятие проходило на открытой площадке, и к нему присоединились и другие маленькие горожане. Так что праздник сам по себе получился более масштабный, чем рассчитывали его организаторы. Но без хорошего настроения и сладких призов, о которых позаботился правком НИФАЗа, не ушел ни один участник. Марина Медвинская, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».